как вам результаты жеребьевки? По-моему, отлично, Константин. Да, если говорить о всех результатах, то сложно какую-то группу выделять. Если говорить о наших результатах, то, в принципе, мы довольны, потому что всегда интересно играть с командой, которыми ты уже играл. Все команды, которыми мы будем играть на этом кубке, Сосуоло, Бонни Брейкерс и Кельты, мы с ними уже один или более раз играли, поэтому в этой связи всегда интересно. Ну, будет без сюрпризов, но я хотел Мертесин первый и Сильвин Кастильо к себе в группу. Да, к сожалению, не попались нам эти команды, но ничего страшного. Не хотели, чтобы с вами попались, допустим, какие-нибудь еще дипломаты и Мертесин, чтобы получилась такая банда? Ну вот Мертесин, да, хотел, дипломатов не знаю. Ну, в принципе, и так из нашей группы, из четырех команд, три команды из СПБГУ, поэтому, в принципе, вполне себе университетская такая тусовка получится. Вот, в принципе, нет, можно говорить, что довольны результатами, примерно представляем уровень каждой из команд, но каждая из команд не особо представляет наш уровень, потому что у нас не совсем та команда, которая играет в первой лиге. Возможно, немножко послабее мы будем, потому что несколько игроков ушли, зато некоторые игроки побольше времени игрового получат. А вообще, какие бы сильные стороны ваших соперников ты бы смог выделить? Ты же всех знаешь. Рома Сорокин. А у Bone Breakers это бешеное желание играть и отрывать на ноги. Да, Максим великолепный, я поздравляю его обязательно с днем рождения на матче. Вот, а про кельтов очень интересно, у нас есть ребята с исторического факультета СПБГУ в команде. Собственно, это будут их однокурсники, то есть кельты это команда из ФАКа СПБГУ. Мы играем в одном, мы команда философская, мы с ними в одном здании находимся. В каком смысле это будет дерби, которое вообще сложно было представить когда-то в студлиге, что у команды философского факультета будет какое-то дерби. Вот это можно назвать, наверное, дерби, поэтому будет интересно. Бонни Брейкерс, кельты и, конечно, Сосуоло, это будет круто, я думаю, что... Мы поборемся за выход из группы, но там еще такая схема, что даже второе место занимаешь, не факт, что выходишь. Поэтому, ну, посмотрим. Не факт, что выходишь сразу ну, в 16. Ну да, 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 там, конечно, уже в 1-32 сыграть каждый хочет, я понимаю. Ну, только не с Раджой. Да, только не с Раджой, но я думаю, что вряд ли они второе займут специально, чтобы ты там... Да, чтобы я вытащил. А вот у вас есть богатый вообще опыт выступления на таких кубках. Он поможет вам выйти из группы, как ты считаешь? Ну, у нас опыт невыхождения есть, надеюсь, он не повторится. Мы выходим все время на паркете, не выходим на траве. Да, у нас такая традиция. На траве ни разу не выходили из группы. На самом деле не такой богатый, но мы два раза играли, да? Первый раз не играли, а потом два года подряд играли. Но мы, да, в прошлом году каким-то чудом не вышли, когда команда благодаря технической победе своей вышла, а мы не вышли. То есть там какие-то очень странные перипетии регламента были. Вот, да, очень хочется прервать эту традицию, но на самом деле очень больше хочется уже наконец начать играть, потому что недельная пауза, не было матча, очень хочется играть. Уже за эту неделю даже соскучились по футболу, по студенческой футбольной лиге, поэтому очень хотим выйти из группы и очень хотим поиграть в свое удовольствие, как мы обычно это и делаем. Последний вопрос. Вот можно ли назвать вас Наумова козырем или у вас есть какой-то другой джокер? Я. Да, джокеров у нас вся команда. Вот. И 4 туза в рукаве. Нет, на самом деле интересно будет посмотреть, как мы будем действовать на этом кубке, потому что у нас лидер команды Ваня Корнышев, лидер обороны, так скажем, да, ушел в Сильвин Кастильо. Наш один из новичков, Игорь Погорелов, ушел как раз в Мертесин. То есть два игрока, которые играли бы в стартовом составе. Посмотрим, как сможет наш лидер атаки ездить на матче и Никита Уваров. То есть если он сможет, то мы в атаке, в принципе, будем представлять очень серьезную силу. А если нет, то ну, будем смотреть. Интересно, как себя проявит Тимур Харисов, который возвращается в Гарпасном после пляжного кубка 2014 года. И посмотрим, как проявит на себя вратарь Игорь Савельев, который раньше играл в Мертесин. На этом кубке он будет выступать за Гарпасном впервые. Поэтому ну, точно будет интересно. Не знаю, как сможем восполнить потерю лидера, но мы будем стараться. Согласен с предыдущим оратором полностью. Ну, конечно, да. Наумов, Ромащенко, Наумов, верим, Ромащенко, что сыграет да. побольше. Я лично верю. Я пообещал. В этих Еще парней. И Леша Рахманов. Он тоже не так много играет в сезоне. Этим трем ребятам я обещал, что они сыграют больше, чем это было в сезоне. Спасибо, ребята.